Экологически чистые продукты по низким ценам. В Чебоксарах скоро начнут работать традиционные сельскохозяйственные ярмарки «Дары осени 2017». Ярмарки «Дары осени» в столице республики проходят ежегодно. В этом году она стартует 26 августа. Как обычно, в Чебоксары привезут свои товары крестьянско-фермерские хозяйства и местные сельхозпроизводители. Утверждены три площадки – торговые комплексы «Николаевский», «Северная ярмарка» и рынок «Дар» в Новоюжном микрорайоне. Торговать будут сами аграрии без всяких посредников. Они предложат горожанам богатый ассортимент – картофель, овощи, мед, яйца, зерно, зелень, ягоды, семена и саженцы. Цены на продукцию в среднем на 15% ниже, чем в магазинах. Напомним, в прошлом году на таких ярмарках продали более 1300 тонн картофеля и 400 тонн овощей на общую сумму 22 миллиона рублей.